Человек, который лежал здесь в 1975 году с гриппом, была тяжелая эпидемия гриппа тогда в Гомеле, может быть, не хуже нынешней. Вот, он рассказывал, что лежал в деревянном помещении. Вот. Но сейчас мы такого не видим, возможно, оно снесено уже давно. Возможно, оно оказалось на территории онкологического диспансера. То есть это было, получается, все как бы, ну, одна территория, то есть. Нет, они были построены почти одновременно, но, естественно, на разных участках. А как мне говорили после того, как перенесли на Федюнинского, какая-то часть территории отошла онкодиспансеру. Вот здесь же и морг находится, городской. Так. Ну, то есть, просто я в смысле не понимаю, это в 49-м, а то позже, правильно? А то в 48-м. Но оно реконструировано наверняка уже, да. Но оно и было построено как филиал онкодиспансера. Это был онкодиспансер, это оно сейчас стало филиалом. Онкодиспансер потом в 90-е уже в медгородке. Да-да-да. 90-е или 80-е был, наверное. Да, а да, вы ничего. Говорили еще про пожары, вот, да, рассказывали? Что ну да, значит, местные жители нам рассказали следующее, что происходило дальше после того, как больница была перенесена на Федюнинского. По словам жителей, этот участок намеревалась взять под строительство, под застройку одна из коммерческих фирм. И в интернете даже был выложен проект строительства здесь таунхауса на два дома изолированных. Вот, то есть вот это предполагалось снести и всю эту площадь отдать под застройку двум владельцам. Вот, потом, опять-таки, по словам местных жителей, проект был расширен до 5 квартир на вот эту всю территорию. С изолированными подъездами, соответственно, участками дворовыми. Но в силу каких-то причин этот коммерческий проект не был реализован. И вот здание стоит в таком виде, какое мы его сейчас видим. За последнее время оно горело 5 раз. Вот, причем горело серьезно, с выездом МЧС для тушения пожара, с прибытием потом представителей Следственного комитета для разбирательства. Вот, по каким причинам оно горело, то ли бомжи бросили папиросу, то ли это был какой-то мышленный поджог, мы не знаем, но вот эти следы разрушений, которые мы видим, это результат пожара.